Коридат Канелон, Скарлетт Ортиз, Луис Фернандес, Хавьер Видал в фильме «Ловизна». Оригинальная история Хосе Симона Эскалоны. В ролях Элиса Эскамес, Милдред Кирос, Пабло Мартин и другие. Композитор Давид Монторо. Продюсер Виктор Фернандес. Режиссер Хосе Алкалде. Я не умею изображать любовь, сеньора Ньевис. В моей жизни есть место только для Оренока. Покончи, наконец, с этой бессмыслицей, мама, прошу тебя. Я только хочу спасти жизнь сыну. Я вас понимаю, сеньора Ньевис. Мне тоже больно от того, что такое происходит с Иисусом, но я бы не смогла сказать, что вдруг полюбила его. Больше ничего не говори. Это должны уладить мама и я. Оставь. Сеньора Ньевис, я бы все сделала, чтобы помочь Иисусу. Но обманывать его нет. Поймите, я не могу убедить Иисуса в том, чего я не чувствую. Это милосердная ложь. Я прошу от имени Бога. Эта ложь была бы видна в моих глазах, сеньора Ньевис. Иисус чувствовал бы ее. Прикасаясь ко мне, это причинило бы ему еще больший вред. А я этого не хочу, сеньора Ньевис. Ловизна. Ловизна, дорогая. Я не буду жить с тобой, Пио. И ловизну ты тоже не получишь. Подумай о моем предложении, Маронта. Подумай. Не торопись. Ты можешь дать ответ в другой раз. Я устала от того, что ты обращаешься со мной как с дурой. Я всегда доверяла тебе, и ты всегда меня предавал. Довольствуйся тем, что ловизна твоя дочь, и оставь нас в покое, пожалуйста. Из этой драки ты вышла невредимой. Но следующее может оказаться гораздо опасней. Ты знаешь, какая здесь атмосфера? Трудно предсказать, что может случиться. Будь что будет, пусть меня убьют. Я предпочитаю умереть, чем быть тебе должной. Ты мне должна много ночей. Я помню, как мы любили друг друга в последний раз. Это была моя последняя ошибка. Твои поцелуи и твое тело. Уйди, Пио, прошу тебя. Я хочу, чтобы ты была рядом. Не прикасайся ко мне. Хорошо. Несмотря на твое сопротивление, я сделаю то, что задумал. Ты будешь жить в моем доме. А ловизна выйдет замуж за Иисуса. Ты не сломаешь жизнь моей дочери. Я скорее умру здесь, чем допущу, что моя дочь будет связана с мужчиной, которого она не любит. Лансарота пытают, Элой. Видимо, мне придется освежить твою память, Ири. Вспомни каждую рану, каждый удар, который Лансарота Ниньо нанес твоей сестре Бабилонии. Он ее изнасиловал и убил собственными руками. Замолчи, замолчи, Элой. Сири, я нашел твою сестру Бабилонию. Нашел ее связанную, избитую. Она валялась в лесу, как мусор. И все это сделал Лансарота, Сири. Послушай меня внимательно. Лансарота Ниньо, мужчина, которого ты любишь, садист, который смеется над тобой. Его убивают, Элой.
Генерал приказал пытать его. У него все тело изранено. Неожиданно он заговорил со мной, и было такое ощущение, что он сходит с ума. Он притворялся, чтобы взволновать тебя. Это не так, Элой. А как? Конечно, так, Сири. И это часть спектакля, как и то, что он заставил всех поверить в свою амнезию. Так поступают многие психопаты. Выдают себя за безумных, чтобы им сократили срок. Его убивают, Элой. И я сообщница этого. Я нашла генерала, чтобы он его уничтожил. Я буду виновата в его смерти, Элой. Я буду виновата. Ангел пришел. Ангел. Да, видно, что действительно тебе повредили мозги и попугаи. Ангел пришел. Ангел. Ангел. Да уж, видимо, ангел. Раз за целый день Архенис так и не появился в тюрьме. Этот мерзавец-охранник, который тебя пытает. Ангел пришел. Ангел пришел. Ты все продолжаешь? Ну, раз так, попроси ангела, чтобы он тебя защитил. Чтобы отвел от тебя этого солдатика, у которого на тебя зуб. Девочка моя. Девочка моя. Я не хочу, чтобы ей причинили зло. Не хочу. О чем ты говоришь? Она хорошая. Хорошая. Я не знаю, убил ли я Бабилония. Я ничего не помню. Ничего. Ничего. Попугай, не отключайся. Крепись, приятель. Скажи моей девочке, чтобы она не оставляла меня одного. Одного не нужно. Успокойся, приятель. Вернись, Сирия. Вернись, Сирия. Вернись. Успокойся, приятель. Я вытащил Лансарота из этого ада. Что вы сделаете, генеральша? Генерал воздвиг стену вокруг тюрьмы. Ты пессимист, Акилес. Я реалист, генеральша. Пройдет не так много времени, генерал узнает, что мы убили его человека. Ему незачем знать, что это сделали мы. Кто-нибудь мог видеть, как он входил сюда, или как мы с ним выходили, генеральша? Хватит, Акилес. Я не хочу тебя слушать. Ничего не случится. Так что сделай то, о чем я попросила. Свяжись с людьми из отряда. Из отряда? Но зачем? Они мне помогут напасть на тюрьму. Пусть назовут цену. Нет, это безумие. Что, я могу потерять жизнь? Зачем она мне, если рядом не будет Лансароты? Добрый вечер, Алехандро. Как хорошо, что ты здесь. И, как всегда, в обществе своего верного пса. Что-то случилось, Хулио Сесар? Да, случилось. Завтра рано утром я уезжаю в Рим. Но не радуйся, я еду не один. Ты поедешь со мной. Так что начинай собирать чемодан. И думать нечего. Зная, что вы приедете, я бы приготовил роскошный ужин. Папа, только тебе могло прийти в голову предложить лепешки со шкварками Ребекке. Перестаньте. У меня неприхотливый вкус. Как бы то ни было, ты должна была предупредить, что приедешь, а не являться, как гром среди ясного неба. Ради бога. Нам очень приятно принимать Ребекку. Так что смени выражение лица. Я также не считаю, что вы должны извиняться перед Ребеккой за все, что делаете. Я согласна. Я их попросила относиться ко мне как к члену семьи. Но это не так, и ты это знаешь. Хосе Мигель. Я не понимаю, что ты здесь делаешь. Ты не должна была приезжать. Не будь вредным. Тебе бы следовало поблагодарить меня. Ребекка привезла мне подвенечное платье. Я его уже примеряла.
Да, по просьбе твоей мамы, которая очень переживает. Потому что отец не хочет, чтобы вы поженились, а она хочет ускорить свадьбу. Мы достаточно взрослые люди и уладим все сами. Хосе Мигель, ты невыносим. Я знаю, что говорю. Собери свои вещи, я отвезу тебя в отель. Нет, так не пойдет. Это мой дом. И сеньорита Блом, наша почетная гостья. Она отсюда не уйдет. Васи Пати, я не хочу спорить с тобой, Хосе Мигель. В этом доме распоряжаюсь я. Более того, пойдем приготовим спальню для дамы. Я уже все сделала. Идем, Сальвахи. Но, папа... Идем. Хорошо, но отпусти меня. Идем. Не толкайся. Меня ты не проведешь своим наивным личиком. Я тебя знаю. И знаю, что у тебя одна цель. Не допустить, чтобы я женился на Сальвахе. Если ты думаешь обо мне так, прогони меня из этого дома. Вышвырни при Сальвахе. Скажи ей, что не хочешь, чтобы я обучил ее манерам, чтобы приготовила к свадьбе. Знаешь что, Патрио, я больше никогда не свяжусь с женщиной. Давай выпьем за это, брат. Да, ты стараешься быть искренним, а они начинают требовать. Хотят изменить твою жизнь. А почему? Потому что мы им это позволяем. Стоит женщине увидеть, что ты свободен, и она тут как тут. Возьми солидар. Позвала меня жить с ней. И что произошло потом? Она хочет, чтобы я жил так, как она хочет. Ну уж нет, Патрио, со мной этот номер не пройдет. Ты меня прости, брат, но я не верю в брак. Не верю в семейную жизнь. Для меня все это сказки. Ты уж меня прости. А Конкордия? Конкордия ангел, если ты ей подпеваешь. А если это не так, держись. Я обнаружил, что она содержит Белью и ее бесстыжего мужа, этого Анастасио. Я убиваюсь, работая на улице, выполняя роль идиота. Ты представляешь? Продаю сладости. Вздохи Конкордии, изыски из гуаявы, присмыкаюсь перед туристами. Нет, старик, сам на этот номер не пройдет. Нет, нет, сеньор. Ты это делал, да? Нет. Прости, но я тебе кое-что скажу. Не могу не сказать. Прости. Но я предпочитаю проституток. Не знаю, Патрио, не знаю. Эти женщины ничего не требуют, старик. Ничего не требуют. 4 реала и тебя обслужат. Ты меня извини. И подумай, подумай. Что еще нужно мужчине? Что еще нужно? Боже, посмотри, кто идет. Боже мой. Мы здесь, девочки. Вы ведь ищете парней, у которых есть деньги? Не беспокойся, Патрио, сегодня плачу я. Не надо, не беспокойся. Что ты хочешь из меня сделать, Луис? Попрошайку, которая будет умолять тебя о любви. Я делаю все, что могу, чтобы ты был счастливым. Но ты хочешь, только чтобы я работала, как проклятая ради тебя. Мне нужен мужчина, а не кровопийца, который разрушает мою жизнь. Я хочу быть счастливой. Хочу иметь дом, семью. У нас с тобой ничего не получится, Луис. Ничего. Лавизна? Солидат. В чем дело?
Я больше не могу, Соледад. Мне приходится слишком многое терпеть. Мама учила нас уважать людей и любить, не быть равнодушными к чужой боли. Но я не знаю, что делать. Как? Как предать саму себя, Соледад? В чем дело, Лавизна? Что-то случилось с Оренока? Нет, нет. Дело в Хисусе, Соледад. Ему осталось совсем немного жить. Синьора Ньевес пришла умолять меня помочь ему. Она говорит, что я единственная могу дать ему силы, чтобы жить. Что я могу дать ему немного радости. Но ты любишь Оренока, Лавизна. Люблю всей душой, Соледад. Но я не могу отвернуться и не видеть, что происходит с Иисусом. Что делать? Я не знаю, что делать. Там внизу сеньор Ньевес умирает от боли за сына. Но Оренока тоже ее сын, Лавизна. Он тоже имеет право и заслуживает счастья. Она мать Соледад. Ее сын страдает. Он умирает. Я не знаю, что делать. Соледад, я совсем запуталась. Ну, все, сестра. Все, не плачь, успокойся. Успокойся. Если бы в твоих руках было счастье человека, который умирает, что бы сделала ты, Соледад? Лавизна, ты знаешь, что я не люблю Хисуса. Не знаю, должна ли я так говорить, но я не могу предать принципы, которые мне привела крестная. Я знаю, как трудно принять решение, потому что есть Оренока. Но, думаю, я бы помогла. Если бы от меня зависело счастье человека, которому остались считанные дни. Думаю, я бы посвятила себя ему. Лавизна не потаскуха, мама. Ты не можешь просить ее подарить себя моему брату. Твоему брату нужна надежда, чтобы жить. Но он не может тешить себя иллюзиями с женщиной, которая ничего к нему не чувствует. Оренока, прошу тебя. Мама, Лавизна его не любит. Он бы понял, что Лавизна с ним только из жалости. Нет, нет, нет. Именно это и произойдет. Все зависит от Лавизны. Мама, Карани нужна женщина, которая бы любила его по-настоящему. Лавизна не может притворяться. Сынок, ради Бога. Мама, пойми, мы с Лавизной вместе. Мы любим друг друга. И вы снова будете вместе. Почему вы хотите отказать ему в кусочке счастья? Прошу тебя, не отказывай в этом брату. Пожалуйста. Операция прошла успешно. Позвольте вам сказать, что вы выздоравливаете. Успех. Успех. А я не могу двигать ногами, доктор. Ради Бога, не смешите меня. Наберитесь терпения, сеньор Феррер. Всему свое время. Сначала пусть пройдет воспалительный процесс, и только тогда мы сможем подумать о реабилитации. Я уже смирился, доктор. Я знаю, что не только буду парализован, но и что со мной происходит что-то еще. Благодарите Бога за то, что вы живы, и что у вас есть семья, которая вас любит и переживает за вас. Они следят за вашим выздоровлением. Они притворяются, доктор. Они притворяются так же, как и вы. Я знаю, что от меня что-то скрывают. И никто не хочет сказать мне правды. А какую правду вы хотите услышать? В жизни ни врачи, ни другие люди не знают, что это за правда.
Если вы так хотите ее найти, придется искать самому. А теперь позвольте дать вам совет. Пессимизм – худший враг здоровья. Если нет оптимизма, для вас ничего нельзя сделать. Вам нужно отдохнуть, доктор. С момента аварии вы очень возбуждены. Вам нельзя так нервничать, доктор. Я всегда нервничаю. Это мой большой недостаток и мое большое достоинство. Я бросаюсь, не думая, а потом воплощаю в жизнь то, что больше всего хочу. Что вы имеете в виду, доктор? В тот вечер я, как обезумевший, искал дочь и сбил Хесуса. Дочь? Да, тата. Мою дочь. У меня дочь. Респландор родила девочку. Девочку. Лавизну. Дон Пио. Я едва не убил ту, которую искал всю жизнь. Это не может быть правдой. Не может быть правдой то, что меня обманывали. Я предчувствовал это с первого дня, когда увидел Лавизну. Она копия Респландор. Копия своей матери. Та же хватка. Она ненавидит мою кровь. Дон Пио? Дон Пио, думаю, это западня, приготовленная этими женщинами. Конечно, не сговорились, поскольку вы хотели убить Лавизну, а они все это придумали, чтобы вас запутать. Нет, нет, на этот раз все правда. И эта правда меня убивает. Лавизна меня ненавидит. Я сделал все возможное, чтобы она меня возненавидела. Дон Пио. Но на этот раз я не повторю ошибки, которые совершил Респландор. Сейчас я сильнее. И ты увидишь, как я войду в эту дверь под руку с Лавизной. Это невозможно. Для меня нет невозможного. Лавизна будет жить в этом доме и будет жить с Хесусом Феррером. С Хесусом Феррером? Дон Пио, Ориноко никогда этого не допустит. Скоро Ориноко перестанет быть проблемой. Запомни, тата. Скоро в этом доме изменится жизнь у всех. Не нужно так, дорогая. Мне больно видеть тебя плачущей. Я не могу думать только о себе, Ориноко. Это несправедливо. Солидат права. У меня есть принципы. Я человек. И я не могу предать все то, чему меня учила мама, думая только о нашей любви. Нет ничего важнее того, что мы чувствуем, дорогая. Ничего превыше этого. Это останется в наших сердцах, дорогой. Мы ничего не потеряем. А вот Хесус... Моему брату не нужна твоя жалость. Тебе не больно видеть мать в таком состоянии? Она мать, Ориноко. Она любит своего сына. Конечно, больно. Он мой брат. Мне больно видеть его таким. Он умирает, Ориноко. Он уйдет, а мы будем жить. О чем ты думаешь, Лавизна? Что ты хочешь сделать? Он продемонстрировал свою любовь. И если я могу дать ему силу... Ему нужна женщина, которая бы его любила. Ориноко, прошу тебя, мне больно. Почувствуй меня. Закрой глаза. И почувствуй меня. Почувствуй, как бьется мое сердце. Почувствуй мое тело. Скажи, что ты почувствуешь то же самое, когда тебя обнимет он. Скажи, что ты почувствуешь любовь к нему, когда он будет тебя целовать, Лавизна. Скажи. Мне нужно было с кем-то поговорить, Конкордия. Мне очень плохо. Без крестной в Сопааре я схожу с ума. Солидат, слезами ты ничего не решишь. Луис не заслуживает даже одной твоей слезинки, подруга. Он меня убивает, Конкордия. Я еще никому не испытывала того, что испытываю к нему.
Но он этого не ценит. Что может ценить этот мерзавец, Солидад? Прости меня, подруга. Я знаю, чувством не прикажешь, но он пользуется твоими чувствами к нему, чтобы делать с тобой то, что ему хочется. Я так его люблю, Конкордия. Думаю, без него я могу умереть. О чем ты говоришь, подруга? Еще никто не умер от любви. Я знаю, что это больно. Конечно, сейчас тебе плохо. Но человек поднимается и идет дальше. Такова жизнь. Луис заставлял меня чувствовать себя живой. Он тебя огорчает, Солидад. А этого нельзя позволять. Посмотри на себя, подруга. Ты красивая, добрая, настоящая женщина. И ты страдаешь из-за мужчины, который тебя не заслуживает. Я хочу попытаться, Конкордия. Луис хороший человек, я это знаю. Он должен понять, что совершил ошибку. Должен понять, что у нас все получится, что мы еще будем счастливы. Прости меня, Солидад, но мне кажется, тебе нравится страдать. Луис станет твоей гибелью, подруга. Наверное, ему очень плохо после нашей ссоры, Конкордия. Видимо, он пьет, как сумасшедший. Помоги мне найти его. Пойдем со мной. В чем дело, душа моя? Что такое? Давай танцевать, как положено. Видишь, как приятно, дорогая, очень приятно. Поворот, еще поворот. Вечер только начался, у нас еще все впереди. Дорогая, я огорчен, и ты меня вылечишь. Да, так и будет, дорогая. Я выпью еще немного и забуду даже день, когда родился. Как я тебя люблю, дорогая. Мне тебя так не хватало. Мне тебя тоже. Но... Еще один поцелуй. Ты был очень резок с Ребеккой. Пожалуйста, забудь о Ребекке. Дорогая, я еще никого не любил так, как тебя. Помешала? Ребекка. Да, помешала. Нет, не помешала. Не будь занудой. Иди сюда, посиди с нами. Нет, Сальвахи, лучше я позвоню в Каракас и скажу, что у нас не было времени посмотреть журнал. Потом уточним детали свадьбы. Отличная идея. Пока. Конечно, мы рискуем. Ни одна модистка и ни одно агентство не захочет работать в сжатые сроки. Но в таком случае я умываю руки. Нет, иди сюда. Давай посмотрим журнал. Нет. Мир не остановится, если вы посмотрите журнал завтра. Идем, дорогая. Куда? Туда, где я смогу сделать тебя счастливой. И где мы будем одни. Ладно, поговорим завтра утром, Ребекка. Пока. Где ты можешь сделать ее счастливой? Нет, Хосе Мигель, ты мне за все заплатишь. Очень хорошо, Алехандро. Положи это платье, это... Положи все барахло, которое у тебя есть. Поезжай сначала ты, Хулио. Я приеду потом. Нет, ты поедешь со мной, Алехандро. Ты не теряй времени, стараясь найти предлог. Заканчивай с чемоданами. Но ты не можешь меня заставить, мне нужно время. Время для чего? У тебя есть незавершенное дело? Да нет, конечно, нет. Я этого не сказала. Значит, ничего и не говори. Закончи с вещами, или, может, ты хочешь появиться в Риме в таком виде? Дай мне паспорт, они ждут наши документы. Разрешите, генерал? Что на этот раз? Вас ждет губернатор. Проклятие. Дай мне паспорт, Алехандро. Я могу приехать через неделю, Хулио. Нет, Алехандро. Завтра, рано утром. Понятно? Генеральша, если хотите, я помогу сложить вещи.
Не будь идиотом, Ахиллес, я никуда не поеду. Но ваш муж сказал... Он может говорить все, что угодно. Больше я не стану терпеть. Я уйду сегодня ночью, и ты должен мне помочь. Нашли тело Монтако, бывшего шофера Пио Эриса. Убийство? Разумеется, но нам прислали интересную информацию. О чем? О смерти Бабилонии де Греда. Но он Саротынини, отбывая срок за убийство этой девушки. Да, но появились улики, доказывающие, что Бабилонию де Греда убил Монтако. О чем вы говорите? Медэксперт говорит, что в этом нет сомнения. Значит, Лансарота Нини не виновен. Лансарота. Сирия, хочешь сделать это сама? Убей его. Он не виновен. Лансарота не виновен. Ты его убила. Он не виновен. Нет. Не надо оправдываться, Ловизна. Скажи, ты способна отдаться ему? Скажи, ты способна стать женщиной моего брата из жалости? Ты считаешь, что я могла бы сказать твоему брату, что люблю его? Что могла бы иметь интимные отношения с ним? Я бы не смогла сказать, что люблю его. И ты это знаешь, Оринока. Почему ты так меня мучаешь? Я этого не заслуживаю. Прости меня, дорогая. Я боюсь. Я переживаю за брата. Мне больно. Но ты моя жизнь, моя святая. Если я тебя потеряю... Если я потеряю тебя, я умру. Я люблю тебя, дорогой. Я бы не смогла отдаться другому мужчине. Мои мысли, мое тело, моя душа, все принадлежит тебе. Пойми меня, дорогая. Мне причиняет боль страдания, мама. Но ты не можешь сделать то, о чем она тебя просит. Мой брат поймет, что ты делаешь это из жалости. Да, я знаю. Но если он умрет, а я не протяну ему руку, пусть на одну минуту. Мне будет очень плохо, Оринока. Мы должны найти выход, устраивающий всех. Какой? Твоему брату осталось не так много жить, дорогой. Я хочу остаться с тобой на всю ночь. Мне нравится вот так проводить время. Так очень хорошо. Без претензий, без проблем. Нет, нет, красотка. Пойдем в комнату, пойдем, пойдем. Дорогой, она еще занята. Солидат, я туда не пойду, ты с ума сошла? Ты знаешь, что это за бар? Конечно. А где еще он может быть, в кафе? Луис. Патрио, что ты здесь делаешь? Не могу связаться с ним. Успокойся, Хосе Анхель. Перестань давить на сына. Я проклинаю день, когда он поехал в Гуаяну. Когда он женится на Сальвахе, может, мы уговорим его жить с нами? Ты настаиваешь на этом браке? Ребекка там с ними, она вызвалась помочь, но сейчас я уже не знаю. Не знаешь чего? Это несправедливо по отношению к девушке. С нашим сыном должны быть мы, Хосе Анхель. Поедем в Гуаяну. Мне так хотелось целовать тебя, дорогая. Быть с тобой вот так. Обнимать тебя. Мне тоже.
Но я не знаю, хорошо ли, что мы здесь. А почему нет? Или, может, тебе не нравится, что я тебя целую? Очень нравится. Тогда позволь мне целовать тебя. Хосе Мигель, меня кое-что беспокоит. Мы оставили Ребекку одну, а она первый раз в Гуайяне. Прошу тебя, Сальвахи, при чем здесь Ребекка? Оставь Ребекку, она с твоим отцом. Не нужно так. Дорогая, я ни о ком не хочу слышать. Мне нужна только ты. Хочу тебя. Идем, Акилес, у нас нет времени. Генеральша, пожалуйста, выслушайте меня. Меня не интересуют твои советы. Я приняла решение. Я не хочу оставаться в этом доме. Не хочу подчиняться этому чудовищу, моему мужу. Я сбегу с твоей помощью. Или без нее. Вы знаете, что я вас не оставлю, генеральша. Хотя вы хотите спасти этого бродягу. Не говори так о Лансароте. Пошевеливайся, делай, что я сказала. Отвлеки прислугу. Послушайте меня, пожалуйста. У нас нет времени. Сейчас или никогда. Мы навсегда уйдем из этого дома. Я знаю, что ты сделаешь, чтобы снискать мое расположение, Диамант. Я сделаю все, что ты хочешь, дядя. Я хочу, чтобы ты взорвала еще одну печь. Как в день визита японцев, помнишь? Когда погиб Каруачи Дель Рио. Только на этот раз я хочу, чтобы это был Ориноко. Я хочу прожить жизнь с тобой, дорогая. Чтобы мы всегда были вместе. Я хочу жениться на тебе прямо сейчас. Ориноко, ты считаешь это подходящий момент? Мы должны подождать, пока твой брат почувствует себя лучше, а мама успокоится. И моя мама выйдет из тюрьмы. Нет, Лавизна, я больше не хочу ждать. Не хочу. Я женюсь на тебе и увезу тебя из этого города, из этого мира, если понадобится. Дорогой. Все, дорогая. Я больше не хочу ждать. Не хочу. Я женюсь на тебе. И завтра же мы уедем из этого города. У нас будет другая жизнь, дорогая. В другом городе. Где нас не будут преследовать. Я не хочу уезжать, Ориноко. Я бы не знала покоя. Кроме того, я не смогу оставить маму одну. Завтра рано утром мы навестим ее. Я уверен, что Маруанта все поймет. Она хочет, чтобы ты находилась там, где тебя не достанет рука Пио. Не знаю, Ориноко. А ты разве можешь оставить маму и брата? Карани меня попросил увести тебя подальше, жениться на тебе и сделать тебя счастливой. Нет. Почему должно быть так? Мы должны быть сильными, моя святая. Мы с тобой имеем право устроить наши жизни. Стать счастливыми, дорогая. И жить нашей любовью. Не сдавайся, сынок. Если ты любишь Лавизну, как говоришь, сделай усилия, чтобы поправиться. Усилия.
Зачем, мама? Если Лавизна никогда меня не любила, то сейчас тем более не полюбит. Ты не можешь смириться. Ты должен бороться. Я никогда не стану таким, каким был, мама. Никогда. Сынок. Я должен принять реальность. Я не могу повернуть время вспять и избежать того случая, который сделал меня инвалидом. По крайней мере, ты можешь попытаться сделать это ради меня. Ради Лавизны. Ты говоришь, что только ее любовь дает тебе силы, чтобы жить. Что, когда ты умирал, ты вспоминал ее лицо. И это давало тебе силу. Давай, Карани. Пошевели ногами, дорогой, пошевели ногами. Сделай это, сынок. Попытайся. Попытайся. Не сразу. Постепенно, сынок. У тебя все получится. Ну уже, сделай это. Не могу, мама. Можешь, постарайся, дорогой. Как будто она стоит напротив. Как будто ты хочешь подойти к ней. Сделай это. Шевели ногами, шевели. Давай, сынок, сделай это. Не могу, мама, не могу. Можешь. Уйди, мама. Уйди, оставь меня одного. Оставь меня наедине с моим несчастьем. Чтобы Оринока погиб у печи? Тебе нужно мое прощение? Но, дядя... Я не хочу, чтобы Оринока был препятствием в день свадьбы Хисуса с Лавизной. Дядя, я не убийца. Я бы не смогла... Каруачи дель Рио умер по твоей вине. И тебе это абсолютно не гнетет. Не прикидывайся овечкой. Это твой час. Кроме того, ты сказала, что готова на все. А это будет не так трудно. Ты ведь настоящий эксперт по взрывам печей. Я хочу любить тебя без чувства вины и страха. Да, дорогая. Без страха. И я твой. Я люблю тебя. Люблю. Никогда меня не оставляй. Никогда, моя святая. Никогда. Я буду любить тебя всегда. До самой смерти. De mí estarás. Tan solo presentimiento te hará sufrir más. Te haces que no te importa para vivir, vivir. Escondes tus amarguras tras la figura de una mujer jovial. El amor.